Всем привет, друзья! Мы находимся на фестивале «Видео Жара». Это первый YouTube-фестиваль в Украине. Самое яркое событие этого лета. Поехали! На фестиваль «Видео Жара» приехали абсолютно все известнейшие русскоязычные блогеры. Только что на сцене выступал шоу «Лист ТВ». Это Костя Павлов и Макс Брандт. Они отвечали на вопросы подписчиков своих. И это очень круто для начинающих блогеров попасть на подобный фестиваль, потому что здесь можно зарядиться энергией и вдохновением на создание своего канала, своего контента. И кто знает, может быть, уже в следующем году они, или может быть даже я, будут вещать с этой сцены специально для вас. Продолжаем влог. Настроение зашкаливает! Круто, что есть такие фестивали, как «Видео Жара», где есть возможность пообщаться с топовыми блогерами. Только что, например, Янго отвечал на давно интересующий меня вопрос. Лично мне было прикольно, интересно. И это реально вдохновляет. По поводу фестиваля, он проходит в крутом помещении, какой-то ангар. И здесь очень много зон, все разделено, сделано очень грамотно, на самом деле. И комфортно. Сзади меня главная сцена – это стар-зона, зона звезд Ютуба. Там еще есть зона спорта, зона для детей, зона отдыха или лаунж-зона. Потом зона геймеров, бьюти-зона для девочек, наверное. Now our little same people calling my name. It's kind of funny how this shit goes. Man, I keep my head so high, even though they try to bring me low. Несмотря на то, что к концу дня мы все уже подустали, здесь все равно как бы скучать не хочется. Ну и в принципе негде здесь скучать. Здесь полно активности абсолютно для всех. Короче, закончился уже. Они опять, да, там снимают? Надоели, постоянно на фон лезут. Всякие Стасы Давыдовы подходят, говорят, давай сфоткаемся, сколько можно. Блин, я вообще-то устал, я приехал отдыхать, у меня фестиваль. Вот. Ребята, второй день «Видео Жары», сейчас в лаунж-зоне. Наберемся немного энергии и вдохновения на то, чтобы сегодня зажечь по полной программе, чтобы сегодня реально было жарко, это же «Видео Жара». Продолжается первый в Украине фестиваль видеоблогеров. Поехали! Очень круто, что здесь для VIP-билетов есть без очереди фотосессии. Поэтому я могу просто так подойти к «Лист ТВ». Жаре я не только увидел, я не только сфотографировался, я еще и пообщался со своими любимыми видеоблогерами. Это вообще
совершенно по-другому. То, как ты смотришь на них дома через экран монитора, и то, как ты их видишь здесь, это что-то совершенно необыкновенное. Это реально вдохновляет, очень круто. Реально посмотреть на весь YouTube под другим углом, вот для чего придуманы такие подобные фестивали. Я очень рад, что наконец-то YouTube-фестиваль состоялся и в Украине, и я смог на него приехать. И это реально вдохновляет на новые видео. И есть желание расти, есть желание развиваться, и очень-очень-очень хочется стоять все-таки на этой сцене когда-нибудь через год, может быть, через два, может быть, когда-нибудь. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. С вами был я, Евгений Бондаренко. Всем пока и хорошего настроения. Ребят, подписывайтесь на канал Евгения Бондаренко. Ссылка в описании.